Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Зайдем на арену и заберем с тобой наградушки. Бот-паук, 15 штук. И в ящичке нам выпадает с тобой трансформатор. Ага, ядерный робот. Плюс крестьянин и 5000 голды. Новый сезон. Так, за октябрь открылось, да? Погнали, в бой. Возьмем с тобой, наверное, самую-самую легонькую, так сказать, команду. Наверное, вот эту вот. И пойдем рвать вражин. Ну, насколько ты понимаешь, да, самое начало, оно самое легкое. Потому что здесь достаточно будет даже одного противничка. Ну, например, мы возьмем с тобой вот так вот. Самурай. Он здесь всех порвет. Естественно, этих мечников. Я не знаю, с какой эпохи он вышел, но меч у него, конечно, трындец. Просто весь ржавый какой-то. Покоцанный. Так, ну давай удар. И все. Победили, короче, мы здесь. Не надо мне ваши двойные награды и ваши вот эти вот всякую ерунду, что вы мне предлагаете. Так, загляни к другу. Заглянул. Сделай подарок другу. Сделал. Все. Ну что, а теперь идем с тобой в портал. Так, ежедневное испытание. У нас что здесь вообще разыгрывается? Давай-ка мы посмотрим. Так, разыгрывается у нас здесь ползун. Ну, 23 ползуна, зачем он нам нужен? Он у нас, по-моему, прокачан по фулочке. Так что предлагаю не тянуть время, а сразу отправляться в портал. Так, нам нужно ваше разрешение, чтобы сохранить состояние игры. Да-да-да-да. Так, ну что у нас тут? Ё-моё, мы только начали, да, получается? Нам нужно вот с тобой добить вот эту вот локацию. Ну что я тут вижу? Жнец. Так, призрак. Зомби плюс некро. Ну, обычно мы с тобой как делаем? Если мы видим босса, то берем нашу топовую команду. Почему? Потому что только она может на изи справиться с врагом. Ну, я имею в виду, чтобы тут не париться особо сильно. Тут у нас Ронин. Как ты видишь, чумная мышь, да? Прыгун. Ну, куда ты? Куда ты? Ах, ты вот так вот делаешь. Окей. Отправляем. Отправляем в путь. Так, можно, в принципе, было бы и Ронина вызвать. Ничего страшного бы здесь не случилось. Так, призрак. Опа, пролетает мимо. Если что, у нас с тобой уже ульта накопилась. Блин, сейчас будет офигенный взрыв. А, да. Всех, всех покоцали. Ну, ты видишь. Чумная уже начинает бомбить. Плюс тут прыгун подскочил. Можно даже уже сделать ульту. Но я потерплю. Я потерплю. Да хорош. Что там за фокус? Да опять он пришел. Да ё-моё. Ну он достал уже этот камикадзе. Зомби, я имею в виду. Все. Удивительно. Удивительно, что мы с тобой очень долго здесь промотузились, да? А Босяцкий так и не вышел. Я не знаю, ребята, что там происходит. Почему он боится показаться на глаза. Ну, нам по большому счету туда и плевать. Забираем с собой сундук нежити. И смотри-ка, тебе не кажется, что изменилась немножко картинка у Банши? По-моему, она выглядела немножечко по-другому. Так, ну что, мы с тобой переходим на долину подданных. На долину подданных. Здесь у нас, я смотрю, паладин плюс крестьянин. Вот эта команда, в принципе, ребят, должна разрулить. Единственное, что, знаешь, ай-яй-яй, нам нужно с тобой как можно быстрее вызывать самурая, потому что он сейчас будет вот-вот-вот-вот. Успел. Фух. Ну, думал, если мы сейчас с тобой немножечко сфейлимся, ну, как бы он ударит по нашему замку, и, соответственно, мы получим урон. А я не хочу никакого урона получать. И, естественно, ну, конечно же, как же без паладина-то? Вот сейчас, кстати, очень будет жестко и люто. Поэтому мне нужно как можно быстрее тыквоголового, чтобы он тут начинал вжаривать. Плюс корни. Плюс корни, это обязательное условие для нашей победы. Или я давно не играл в эту игру, ребята, или картинка стала как-то сочнее. Как-то крупнее вот все, вот это вот менюшка. Наверное, мне кажется, да? Ладно. Сейчас мы с тобой забомбим. Все, ребят, деньги только забираем с тобой. О, даже так. Продолжить. Слушай, идем пока неплохо, очень неплохо.
Смотри-ка, здесь уже выпадает копейщица. Если мы с тобой вовремя успеваем призвать нашего самурая, то, в принципе, беспокоиться нам не о чем. Я тебе так скажу. Так, я пока буду тогда копить. Видишь, он никого не вызывает. Блин. Ну, тут, скорее всего, нам... Ё-моё, некро, давай выручай. Эй! Эй-эй-эй-эй-эй! Так, некро, пожалуйста, не подведи меня. Воблер, выходим. Корни, корни обязательно, ребят. И, конечно же, тыквоголовый. Ну все, теперь я могу не переживать, потому что некро будет вызывать своих скелетиков, колобков этих. Ну, соответственно, здесь будет тыквоголовый прикрывать, и этот самурай у нас как танкующий идет. Ну вот и все, в принципе, он доигрался. Здесь уже ему ничего не поможет. Паладин один он не вырулит. К тому же не забывай, что у тыквоголового, вот когда он бросает свою тыкву, у него массовое повреждение. То есть сколько бы противников стояло, голова наносит урон абсолютно всем. Поэтому это и называется массовая атака. Ну что же, двигаемся дальше, смотрим, что у нас на этот раз выползет. Так, а выползает у нас с тобой грифон. Вот это уже будет похуже. Так, хорошо, можно, в принципе, вот эту, наверное, команду взять. Только лишь из-за грифона я меняю. Ну что, давай копить энергию. Первого, наверное, вызовем все-таки... Ё-моё, да чтоб тебя, давай-давай, быстрее, щитобот. Так, распил. И теперь, угу, паладин против паладина, да? Хорошо, давай посоревнуемся. Так, мне бы, знаешь, что еще? Всадника на журавле вызвать, и было бы все отлично. Да хорош уже, а? Давай-давай, паладин этого прижучим сейчас. Что-то я не вижу, чтобы он грифона, кстати, вызывал. Странно. Обычно грифон... А, вот он, вот вспомни, как говорится, вот и оно. Явилось, не запылилось. Блин, сейчас издалека начнет тут мурыжить нас. Надо его срочно наказать. Так, всадник на журавле, будь добр, а? Прописывай ему потихонечку. Е. Мы его, короче, сфейлили. Забираем с тобой здесь ману. Опачки. И никто, главное, не завербовался, да, с помощью сердечка. Замечательно. Да чтоб тебя, паладин, ты достал уже, а? Не сказать, что он тяжело разбирается, но все равно мешается. Давай. Все, замок мы с тобой разбомбили. И, соответственно, двигаемся дальше. Двигаемся в нужном нам направлении. Так, это предпоследний поединок. Здесь прибавляется лучник. Но здесь нет грифона, поэтому я могу спокойно, наверное, вернуться на свой вот этот отряд. Ну и к тому же, ты сам понимаешь, расстояние уже приличное. Я уже спокойно смогу вызвать самурая, воблера, в общем, кого захочу. А кого я захочу? Так, голова. Может быть, давай... Блин, хотел только деда вызвать. Да ё-моё, блин, это плохо. Да еще тебе тут не хватало, а? Явился. Ну что, тогда придется тыквоголову, ребят, вызывать. Раз такая уж пляска пошла. Тут крестьянов очень много. Так, ну естественно, корни. И лучник сейчас начнет паршивый поджигать наших бойцов. Это он очень любит делать. Но у меня что-то, я смотрю, самурай очень даже неплохо встает в позу плаксы. Что очень даже круто. Так, вызываем воблера. И самурая. Так, монетки только дай мне, пожалуйста. Видишь, мои юниты горят. Очень много получает урона, когда именно... Смотри, он опять в истерику впал. Круто. Круто, когда твой юнит впадает в истерику. Но когда начинает это делать вражеский, поверь мне, это совсем не круто. Так, заморозка. Плюс карточка. Слушай, я думаю, что замку здесь крышка. Тем более мы его тут прижучили. Плюс тыквоголовый сзади. Шансов, конечно же, тут вообще не было. Не было. Так, ладно, мы с тобой прошли. Нет, не прошли. Какой прошли? У нас еще поединок сейчас будет. Последний. Так, и здесь. Ага. Но опять же грифон. Плюс лучник. Здесь придется менять нам с тобой...
Я вот думаю, что бы нам лучше взять. А давай попробуем вот этой командой одолеть этого епископа. Вот мне просто интересно. Не будем брать свой топовый отряд, а как бы своими силами. Я единственное, что боюсь, что по времени мы не успеем. Но опять же, неизвестно, да, успеем или нет. Твою налево. Ну давай, Джаггер, выходи. Я просто хочу сейчас накопить на жнеца. Или же все-таки вызвать баллисту. Нет, придется, наверное, баллисту вызывать. Так, у нас еще есть клетка с тобой. Ну, клетку я пока придержу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то как-то вообще не айс. Не, баллиста хорош, очень хорош. Так, а вот я и вызвал жнеца. Вот чего я боялся, блин, все-таки. Сейчас я их попробую, знаешь, что сделать? Всех. Всех вот так вот захомутать. Да ё-моё, не то ты сделал, не то. Баллиста стреляет, там видишь, грифон. Он еще на грифону повесил защиту. Все, упал, упал этот епископ, друзья. Поэтому тут даже не обсуждается. На изи пройдем. Так, плюс еще заморозка, монетки. Все, 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 все. Даже пускай не думает, что у него что-то здесь получится. Вообще на изи. Да, баллист, конечно, издалека жарит. Не по-детски. Особенно вот это вот, когда юнит останавливается, да, вот этот стан прописывает. Вообще круто. Ну что, своими силами мы умудрились пройти. Забираем тогда и ящик, сундук подданных. Из него нам выпадает с собой эльф, плюс замок и 12500 монет. Территория роботов. Угу. Молотильщик плюс щитобот. Я, наверное, нет, это не пойдет. Давай, наверное, вот твою налево. Блин, ладно, я рискну. Просто то, что молотильщик у него здесь очень быстро выходит. Я не знаю, мой голем сможет с ним справиться? Подзабыл я, если честно. А, вот жаба с пушкой сможет. С молотом, точнее. Жаба с молотом сможет. Так, ну и следом тогда уже и голема вызываем. Так, накапливаем ману. Тыщ, тыщ, такие затрещины получает. Плюс ниндзя. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот самое противное именно у молотильщика. Да-да, вот этот вот паршивый противный удар. Когда он умирает, выпускает свою пилу циркуляру. С очень офигенным дамагом. Так, только не говори, что ты сейчас опять свою пилу выпустишь. Эй! Да ну! Ребят, ну... Да ты посмотри, что творят, а? Ты глянь! Все, ребята, мы фейлимся. Ты прикинь? Ты прикинь, мы сфейлились. Ё-моё, на каких-то молотильщиках. Чеканутых, вот на этих. Твою налево. Ну все, все. Они меня разозлили. Я такой злой сейчас. Давай, хламоны, давай. Решили потягаться со мной. Потягаемся. Чепушилы недобитые. Сейчас я вам тут устрою, блин, карнавальную ночку. Так, у меня тут как раз еще есть всадник на журавле. Просто идеально будет. Ну, а? Кто кого? Сейчас вы доиграетесь тут, птенчики. Давай, выходи, всадничек. Прописывай тут звездюлей всем. Че ты, молотильщик, явился, не заплился? И ты получишь. Да-да-да-да-да. Все, сразу взгрустнулись, да? Вот так вот. Ответочка незамедлительная пошла. Тхе, сосунок. А то будет мне там, понимаешь, еще выпендриваться. Совсем приборзел, а? Просто приборзел. Еще и паладина сюда вызвал. Вот так вот. Ну что, нюхнул пороху? Будешь знать, на кого батон крошить. Ну а мы с тобой продолжаем. Блин, вот жалко, что сфейлили мы с тобой попытку. Конечно, на том отряде. Окей, давай дальше продолжать. Так, у них здесь бот-паук, да, появится?
Тени толка, я его называю. Ну что, здесь можно сделать, наверное, щитобот. И опять он своего молотильщика. Так, мой молотильщик все равно, ребят, как ни крути, круче будет. Да-да-да. Так, давай еще одного вызовем. И щитобота. Плюс делаем вот так вот. Карточка. Так, нам вот если с тобой очень-очень много сделать всадников на журавле, то в принципе здесь мы будем уже непобедимы. Почему? Потому что всадник на журавле не могут тронуть такие юниты, как щитобот и молотильщик. Потому что мы как бы считаемся летающий юнит. Вот таким вот образом. Все, все, тут шансов нет. Пускай даже тут не пыхтит. Какие-то там попытки ничтожные. Вот, видишь? Урона вообще никакого не нанесли именно моим всадникам. А мы снесли его замок с лица земли. Чтоб ему пусто было. Двигаемся далее. Так, третья миссия. Здесь, ого-го. Я до сих пор не могу себе прокачать Джаггера, прикинь. Сколько мы уже играем, а Джаггер у меня все сосунок, скажем так. Не хватает буквально чуть-чуть. Сейчас он, наверное, будет Джаггера вызывать, да? Мы с тобой будем тогда прикрываться паладином. Так, стоп. Посмотрим. Нормуль. Так, Палыч, ты будешь выходить? Или так сделать вам лучше? Палыч, пошли. Ай-яй-яй, распилил, да? Куда это? А как? А, ну да, понятно. Я думал, как ты прошел через всадник на журавле, он же... Иди ты. А вот, ребята, и Джаггернаут явился. Не вернулся, точнее, а вышел. Явился, так сказать, на свет. Да все круто. Сам смотри, что у нас тут происходит. Распильчик. Я еще одного паладина позову. Да и крышка, в принципе, замкнута. Все. Отлично. Так, сколько у нас там еще? Еще две миссии, да? А вот здесь вот похуже будет. Блин, я ненавижу этого хилбота. Вот серьезно тебе говорю. Хилбот — это какая-то жесть. Плюс тебе не толкай. Фух. Я попробую, конечно, вот этим отрядом. Почему, ребят? Ну, во-первых, потому что у нас есть баллиста. Баллиста может стрелять по трем целям. Один выстрел попадает по трем целям. Так что нам надо будет как-то вот так. Джаггер, наверное, сейчас вызовем, да? Вот, вот оно. Бесявое. Давай, баллиста, выходи. Сейчас мы тебя прикроем. Сейчас мы тебя прикроем. Если успеем. Так, застанили мы, да? Успели вовремя застанить его. А вот, ребята, и тени толка явился. Так, я сделаю его таким вот образом. Хопа. Просто великолепненько. Ну, ты сам все видишь. Просто идеально. Так, я еще одну баллисту позову. Нам на помощь. Все, без хила они здесь вообще из себя ничего не представляют. Ты сам видишь. Нет хила, как говорится, нет победы. Просто рвем одного за другим. Видишь, хилбот сразу падает, и все, ребят. Так, бросаем клетку. Вызываем жнеца. Плюс ускорение. Да, это, конечно, неприятно, когда вылетает циркуляра именно от вражеского молотильщика. Она сносит всех. Все мои баллисты, все, кто здесь до этого стоял. Да что вы так долго замок-то ему крошите? Я не могу понять. Все, удар. Есть. Отдай сюда трансформатор. Сам видишь, все довольно идеально получается. Поэтому у нас последний этап. И ой-ой-ой, вот здесь, ребята, все помнят, кто такой термин 9000, да? Это такой огромный робот на гусеничном ходу. С механической трубой, типа гавана у него, да? Ну, сигара, так скажем. И он выпускает напалм. Напалм, который поджигает практически большую часть боевого поля, нанося при этом офигенный урон. Поэтому мы не будем с тобой здесь шутковать. Будем делать все как нужно. Так, а у него хилбот здесь оказывается. Ну-ка, Ронин. Вот. Тут не поможет никакой отхил. Если Ронин бежит, то все, пиши пропало.
Он очень много наносит дамага. Но вот здесь, да, здесь, конечно, когда хилбот его еще хиляет. Давай, давай. Вот и все. Обожаю прыгуна, когда он впадает в ярость после своего рывка. Да-да-да, как же без пилы. Так, мне вот это... Мой яд еще. Ронин, будь добр. Бежит, 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 бежит. Сейчас удар. Все. Босяцкий опять же даже и не высунулся. Хотя мог бы. Ну что, забираем с тобой здесь награду. Сундук робота и смотрим, что нам здесь достается. Ядерный робот, 15 карточек трансформатора и щитобот. Следующая локация у нас Нефритовая долина. О, тигр, давно я тигра не видел. Плюс копейщик, да? Так, секундочку. Блин, тигр опасен чем? Конечно же, своей душой. У него вылетает душа, которая наносит обалденный дамаг. Но нам нужно с тобой что-то взять такое. Наверное, вот этот я возьму отряд, потому что... Ну, копейщик... Так, квест завершен, тактик. Копейщик, он сейчас быстренько будет выбегать. Да, и причем сейчас будет сразу же выходить тигр. Молодец, застанил. Так, тогда пропиливаем их. В моих интересах вызвать, наверное, паладина. В первую очередь, потому что, ну, он может... Тигром, конечно, совладать еще как-то. Плюс он вешает щиты. Тоже об этом не стоит забывать. Вот он явился. И даже если он выпустит душу, она не так много нанесет повреждений именно паладину. Вот она, видишь? А сколько, ты посмотри, сколько нанес урона он щитоботу. Очень много. Так, ну что, расписываем, наверное, мой ему замок. Все. Что-то он как-то быстро сдался, если честно. Всего один тигр был призван. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, второй этап. Ай-яй-яй, энергия-то закончилась здесь. Топчик брать не будем. Так, секунду, дай подумать. Что мы можем против тигра поставить? Джаггера? Как-то не особо меня это радует. Может быть, вот эту взять команду? Успею ли я призвать... нашего голема. Вот в чем соль. Голема я успел призвать. Ладно, тогда сразу ниндзю, наверное, да? Давай, наверное, ниндзю позовем. Давай, 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 ниндзя, наяривай. Отлично. Денежку только заберем. Слушай, пока своими силами я даже, ребята, здесь особо не напрягаюсь. Ага, вот и тигр явился. Вот уже явился и тигр. Так, раз, два. Молния. Изумительно. Изумительно все получается. Минус пес. Блин, богиня света, солнце, ты выйдешь или нет? Вызвал. Я успел ее призвать. Сам, правда, пока не понимаю, зачем я ее призвал. Че я захотел... А ну-ка. Захотел жировок сделать. Вот я про это и говорю, что вот душа — это самое противное, что может быть у тигра. Но зато если ее прикрывать, богиню, ох, как она будет тут жарить, поверь мне. Своим вот этим лучом. Опять? Но это несправедливо, ребят. Два раза и обе души он выпустил. 52 секунды у нас с тобой времени остается, так что нам нужно пошевеливаться. Заморозку жду, 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 жду. Хоп. Ну, давай, родные мои. Там осталось чуть-чуть времени, 39 секунд. Да ё-моё, этот тигр опять пришел. Так, ура. Ну все, ты видишь, да, что выходит здесь? Достал он. Вроде бы отряд хороший, но почему так медленно... Фух, я уж думал, все, фейлимся, блин. Ребят, на последних практически секундах мы успели ушатать. Нет, по-моему, все-таки игра как-то графически стала ярче, четче. Вот картиночка такая сочная, прям вот я играю. Мне нравится.
Опа-на, зашибись, Ронин. Ронин, ребята, да, да, именно Ронин здесь появляется. Блин, вот не было печали, что делать-то теперь? А-а-а, у нас с тобой есть козырь в рукаве, да? Есть, ребятушки. И это кто? Это ползун. Так, ну-ка, ползун. Вот так. А чтобы было ему пусто. Ну, естественно, естественно. Тырич, ой. Ой. Успел. Клетка, клетка, ребята, тут клетка. Ха, сразу двоих. Сразу двоих, шикарно. Блин, вот это тут плохо, он сейчас быстро его освободит. Он сейчас быстро его освободит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот это вот. Это, ребята, наше, блин, упущение, так сказать. Баллиста. Эй! Да ну... Душа? Нет, никакой души не было. Клетку выпускаем, ребят, клетку. Ты, бич, всех сразу туда. Скопом посадили. Трешовенько, конечно, это было, но прикольно, ребят. Так, Ронин, не выпендривайся, пожалуйста. Сейчас вызываем с тобой жнеца. Давай, жнец, роднулька. Ну, щух. Понятно, душа, естественно, всех сносит. Я надеюсь, он будет плодить армию, он уже ее делает. Алчность, квест завершен. Ну, тут уже хана. Один из наибольших дамагов наносит именно жнец. Один из сильных боссов, можно так сказать. У нас тут квесты с тобой завершены. Так, одержи победу в битвах на аренах 10 раз. Это единственная награда, которую мы с тобой не взяли. 200 кристаллов мы уже с тобой набили. Ну что, поехали дальше. А, так, ох, ниндзя здесь. Ниндзя, да, значит. Но нету. Нету здесь самурая. Рунина. Ладно, давай попробуем этим отрядом поиграть. Тут, конечно же, тигр опять. И все-таки ниндзя бесявая. Ну, я делаю надежду, конечно, на нашего тыквоголового. Не знаю, получится у нас или нет. Ну, можно попробовать призвать старого воина. Да чтоб тебя, он сразу вызвал, ты посмотри. Да нет, не надо, вот ну нафига, блин, ну... Корни. Сразу выпускаем, ребята, корни. Вот этого я-то как раз и боялся. Успеем ли мы, блин? Ураганчик нам поможет. В плане, какая, блин, какая сопротивляемость? Откуда у нее взялась сопротивляемость? Объясни-ка мне на милость. Это что сейчас был за выкрутас? Какая козев трещин сопротивляемость у нее была? Скажи-ка ты мне на милость. Такого раньше не было, чтобы у них была еще и сопротивляемость. А сейчас она у них почему-то есть. Только давай без души, а, тигр. Трындец, блин, сопротивляемость, понимаешь ли. Давай, корни. Все, я буду вызывать деда. Старого воина. Надоело мне тут у них любоваться. Давай, родной, где ты там? Вон он, пошел. Земля шатать, как говорится. Ну вот, вот. И вся армия сразу полегла, прикинь. Давай, дедуля, ждут тебя там все. Все мои воины. В ожидании, просто в предвкушении, как ты. 29 секунд. Е! Да. С ним, естественно, лучше не шутить. Этот старый воин знает толк в войне. Так, и у нас с тобой последняя миссия. Ну, здесь уже возьмем топовую нашу команду. Вот эту вот. Хотя я не очень боюсь богиню солнца, но я боюсь, ну, других, кто там у него есть. У него Ронин там, по-моему, да, есть?
По-моему, есть у него, да? Точно, ребята, блин? Ты прикинь? Ну-ка. Блин, хоть мы наконец-то... Наш Ронин крут. Вот ты посмотри, а. Поехали. Отличненько. Влепили. Чумнуху вызовем. Так, а кто здесь буст? Я уже забыл. Блин, точно. Вспомнил. Богиня солнца. Ай-яй-яй-яй-яй, богиня солнца, ребята, здесь босс. И снизи, и все, да? Так, мне срочно, друзья, нужна ульта. Срочно просто. Поехали. Так, так, так. Богиня солнца, ребята, отдуплилась. Ну и он тут, видишь, что натворил. Сейчас начнет. Блин, если бы отражение бы сработало бы. А оно срабатывает. Как ты заколебал, а? Чего? Ё-моё. Ребята, чё? Нет, не надо перепрыгивать. Да ну нафиг. Ай, блин. Ой, дурость, друзья мои, дурость. Ладно, ну я здесь ускоряюсь. Ну ты понимаешь, почему. Я в шоке. Я в шоке просто, что здесь происходит. Тут, по-моему, поменяли баланс в этой игре. Я тебе скажу одно. Не было раньше, чтобы вот так вот мы топовой командой сделать ничего не могли. Ты посмотри, что происходит, ребят. Ну, серьезно тебе говорю. Это что такое? Как ты вот это, блин, не объяснишь? Я даже по времени не успел завалить этот... О, друзья, да, далеко пойдем мы тогда, получается. Я в шоке. Я... Вот серьезно, я говорю, я в шоке, я не ожидал. Это что такое? Не надо мне следующее... Я буду переигрывать. Я буду переигрывать. Вот единственный вопрос, каким отрядом? Здесь нет энергии, очень жаль. Этим, этим отрядом против тигра. Блин, тут все портит Ронин. Все, он абсолютно здесь все портит. Мне придется, наверное, все-таки опять рискнуть. Почему нафиг не зашло? Я не понимаю. Топ отряд, он должен... Я, наверное, потому что сфейлил в свое время в ненужный момент свою ульту. Это единственное объяснение, ребят. Попробуем сделать так. Мой Ронин еще... Ну, понятно. Тогда все понятно. Давай ты вали его. Через отражение, отлично. Да еще видишь, у меня Ронин. Вообще ватник. Не хочет нифига идти. Поехали. Он вообще не бежит. Он не хочет бежать. Он сказал, да нафиг мне ваши побеги. О, он богиня солнца. Короче. Че? Ну ты смотри, что делает, а. Я, наверное, не успею, да, призвать. Или успею. Ведьма мне нужна. Все, ребята, сейчас должно все поменяться в корень. Да. Если я ведьму призвал и успел ее, как говорится, защитить, тогда все должно быть хорошо. Блин, ну опять же душа. Тигр, не забывай, что он через отражение, отлично. Сама себя убила, отлично, через отражение. Все, ребят, хорошо идет пока. Минутка у нас в запасе есть. И Ронин сразу же, да, побежал, блин. Сразу же побежал. Как почувствовал, что победой запахло. А до этого нифига не выбегал. Еле-еле там ноги передвигал. Да, две попытки мы с тобой сегодня сфейлили уже. Так, сундук Нефритовой империи дает нам пса и сакуру. Плюс 12 тысяч голды. Ну что, опять территория подданных. Фехтовальщик плюс рыцарь. Погоди. Вот это, наверное, отряд. Возьмем. Фехтовальщик, он очень быстро машет своими саблями. При этом наносит очень хороший дамаг.
Даже не знаю. Ну, давай вот так вот сделаем. Блин. А ну сейчас они вдвоем-то, конечно, быстро тут распинают. Если нам, конечно, тут ниндзя только не поможет. Фу, ниндзя нам помогла, причем очень даже хорошо. Так, давай-ка попробуем молнии с тобой. Ага. Ну, тогда я тебе скажу, что, скорее всего, тут мы с тобой сможем победить. Потому что мы уже их поражали, у нас преимущество именно по армии. Ну и да. Естественно, тут еще и БФГшка нам помогает. Да. Первый этап, как говорится, пошел удачно. Хотя все-таки одного голема мне ушатали. Давай применим ульту. Мне кажется, надо поменять здесь замок. Этот трансформатор как-то мне не особо нравится. Его молнии, они попадают рандомно. Они могут попасть по цели, а могут и не попасть. Если бы стопроцентное было бы попадание, тогда бы это бы считалось бы топовое. А так, на рандоме, фиг его знает. Ладно, двигаемся дальше. Мы сегодня, интересно, попадем с собой в новый портал или же нет? Успеем или нет? Вот что меня интересует. Опять фехтовальщик. Ну что, ниндзю, наверное, призовем, да? Ниндзя быстро должна его ушатать. Да. А вот здесь будет немножко посложнее. Она его не ушатает, этого рыцаря. Но его не особо очень много дамага наносит. А, копейщица сейчас двоих. Чик. Нет, не успела она ничего сделать. Ну тогда опять же мы его поражали, получается, здесь. Да, нет, не нравится мне эта молния. Замок, этот трансформатор. Полная ерунда. Ну, а то, что мы его победим, это факт. Да, ребят. Продолжить. Сколько у нас тут еще? Дофига. А локаций, по-моему, еще... Еще одна штука должна быть. Лес. Кстати, этот лес очень напоминает, знаешь, какой-нибудь там этот лес викингов. Потому что у них вот эти вот фрески там, все там подобное. Так, давай-ка мы, наверное, всадника с молотом. Ой, всадника. Жаба с пушкой или с молотом, да, у нас? Он офигенно дамажит, конечно, ребят. Ох, еще и лучник здесь. Еще и... Блин, вот этот стан бесит. БФГ, выходи. Молнии. Ну, тут хорошо, что мы попали. То есть застанили вовремя врага, и он уже ничего не смог сделать. То есть обездвижен был. Плюс БФГшка здесь очень хорошо сделала свой... козырный выстрел через все поле. Очень редко, конечно, это срабатывает. Но если срабатывает, наносит хороший урон. И именно такие вот всякие слабенькие юниты, как ниндзя, ползуны, они умирают с одного выстрела. Отлично. Пробили мы здесь обороночку. Так, сколько еще? А, так это последняя, ребята, лока. И уже будет портал. Ох, ё-моё, здесь бродяга. Здесь, друзья, бродяга. Ну что, наверное, попробуем вот этим отрядом, да, поиграть. Ну, я не знаю, против бродяги как нам быть. Есть только надеяться на некро. Но некро обычно вызывает свои черепульки только в том случае, блин, если она видит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри, смотри, что сейчас будет. Бродяг, это понятно, он, наверное, быстро меня сейчас ушатает. Но если с воблером... С воблером, да, мы успели справиться. Слушай, у воблера офигенный, кстати, урон. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, так сделаем. Ё-моё. Да-да-да-да-да, этот в инвиз ушел. А где он? Я не вижу. Куда делся бродяга-то? Блин, воблер. Не успел его наказать. А если вот так вот? Все яровые пошли. На. Они там друг друга поубивали, короче, ребят. Давай-ка корни выпустим. Слушай, ты заколебал, бродяга. Причем в инвизе он... Странно, он теперь умирает в корнях. А раньше он был неуязвим, насколько я помню. Слушай, он заколебал его вызывать-то постоянно уже, а? Иди отсюда.
Сколько у нас там времени? Минута еще, да? Минута времени, так что должно хватить. Все, мы его пробили. Сейчас вот здесь уже будем наказывать. Ну давайте, давайте, давайте. Замок там остался-то ему расплюнуть, он рассыпется. Бродяга тут бежал, такой думает, довольно, сейчас я эту некро накажу. Но не тут-то было, наказали его мы. Ну что, последний этап, кто у нас тут босяцкий? Король, да? Тогда берем с тобой. В принципе, короля вообще, ребята, на изи разобрать можно с помощью летающих юнитов. Ну, я не буду сейчас вот искушать, так сказать, судьбу. Давай с тобой просто завалим по-быленькому и все, и уже перейдем на следующий портал. Блин, мне нравится вот, вот это вот задний фон, мне больше всего нравится здесь, когда замок, да? И град стрел, просто град стрел летит. Так, явился, да? Опа, тихо, тихо, тихо. Вместе с лучником. Так вообще, что как будто лучница сидит у него на спине, да? Ну, как бы так смотрится. Ты смотри-ка, он еще и станет. Ну-ка, Рунин. Тыч, на тычку и хватило буквально. Да. Рунин, выбежишь? Нет, он не хочет, ребята, выбегать. Он сегодня вообще у нас какой-то не в духе. Еле ноги передвигает. Ну и как ты видел, король опять же не явился. Сегодня только мы увидели богиню солнца. Так, ну что, забираем, да, получается? Сундук подданных. Нам выпадает здесь эльф, король, деньги и сам портал. Так, жнец. Богиня солнца. Так, и пагода. Ну и как ты понимаешь, у нас следующий портал. А здесь у нас захватчики. Нежить, нефритовая долина, долина подданных и территория роботов. У нас с тобой еще энергия есть, поэтому... Ой, ё-моё, 97-99 уровень. Противная команда именно вот с этим стражем. А давай я попробую это. Здесь у нас очень много энергии, потому... Твою налево, я же забыл, что здесь промежуток-то маленький. Ладно, сейчас начнем, наверное, с Джаггера. Но если брать Джаггера и Стража, то, конечно же, Страж намного сильнее, чем наш Джаггернаут. Именно по своей вот плотности брони. То есть ты фиг его пробьешь. Но если мы, например, в помощь возьмем баллисту, что я хочу сейчас, в принципе, сделать, то расклад может быть совсем другим, ребят. Совсем другим. Но ты видишь, да? Намного все круче, лучше, эффективнее. Я вызываю еще одного Джаггера. Видишь, как все хорошо у нас выходит. Он жирный, да, я не спорю, он очень жирный. Но когда он дорого стоит еще, ну, во-вторых, ребята. Во-первых, он жирный, во-вторых, он дорого стоит. А в-третьих, он очень-очень медленный. То есть, как бы мы вот за счет этого только и побеждаем. Ну что, вторая карта здесь вот, вот, вот это уже противник. Опасные, ребята. Это у нас хищнец собственной персоны. Его нужно постоянно контрить. Постоянно. Сейчас он будет свои прыжки делать. Вот он идет. Поэтому делаем так. И сразу же автоматом вызываем молотильщика. Но радоваться пока не стоит. Потому что сейчас придется еще вызывать паладина. Сразу же причем. Ну давай ты там уже. Все, Палыч. Естественно, разбирается с ним. Сейчас опять будет. Ну, молотильщик мой сейчас, по-моему, там разберет базу. Ай-яй-яй, не получилось у него разобрать. Помешали, так сказать. Ну, давай, давай, давай. Слушай, ты заколебал, а? Просто мешается. Тотальное уничтожение базы. Ну что, здесь у нас тоже энергия закончилась, но где-то же и должна быть у нас. Вот на этом отряде. Слушай, вот это плохо. У него здесь пришелец. Похититель тел, можно так его назвать. Так ладно бы, если бы он просто похищал, он же может сделать финт. А какой финт, ребят? Конечно же, переманить на свою сторону. Причем любого из моих юнитов. Кроме босса. Босса он не может, ребята, захватить. Поэтому, что мы с тобой сделаем?
Фиг, я не знаю, что мы с тобой сделаем сейчас. Можно, в принципе, сразу вызвать богиню солнца. Вот это будет, наверное, что-то с чем-то, если мы сразу ее вызовем. Да, а что я буду, ребята, выпендриваться? Пускай идет себе спокойненько, а уже дальше там голема. Можно молнии даже применить. Плюс БФГшка. Плюс ниндзя. Ой, как четенько, смотри, получается. Ну вот, совсем другое дело. Ну, пришелец, понятно, но он даже не успевает ничего сделать, потому что богиня солнца его просто уничтожает сразу же. Ну-ка, молнии. Вот так вот. То есть он долго очень ждал, да, того момента, когда я вызову богиню солнца. Ну, естественно, когда я ее уже призвал, он спохватился, но уже было поздно. Так, у нас вот здесь... Блин. Тут хищник... Как мы тут будем с тобой воевать, интересно мне знать. Тут еще тритон. Ну ладно, тритона берет на себя баллиста. А с хищницом что делать? Кто его будет контрить? Вот что меня интересует. Ну что, попробуем тогда с сожнеца его вызвать в первую очередь. Ай-яй-яй. Даже пока не знаю, что сделать, ребят. Попробуем. Ох. А тритон-то нафига здесь нужен? Нет, ребят, давайте не будем вот это вот. Вы пендрёж этот делать? Баллиста. Ич. Такие тычки получает. Ну, жду заморозка. Заморозка летит, улетает. И улетела. Все, тут кранты, ребят, должно быть. Да. Я думал, что будет посерьезнее битва, а на самом деле оказалось легче простого. Сколько еще? Ага. Лорд пустоты. Но тут сам Бог велел взять топовую команду, потому что лорд пустоты на то и лорд, что с ним особо нельзя шутковать. Его нужно истреблять. Но в последнее время, я тебе говорю, мы не успеваем с тобой увидеть ни одного босса. Так быстро у нас все это происходит. Вот богиня солнца, я удивлен, что хотя бы ее сегодня мы увидели. Явилась, да? Так, тихо. Пускай летит. Я, наверное, даже успею еще призвать нашу ведьму. Тыч! Так. Пускай этот пришелец похищает зомби, если ему так надо. О, когтистый. Тритон обделался. Не успел. Хотел повесить свои щиты, да? Но не успел. Ну и смотри, у нас уже за меньше, чем за минуту уже вот такая вот армия когтистых. Ронин и все. Естественно, лорд пустоты просто там обделался от страха, когда увидел, что тут на него идет. Ну, а у нас, да, сундучок. Сундучок захватчиков. Сам лорд пустоты плюс бородавочник и жаба с пушкой. А энергия у нас есть? Вот что мне интересно знать. Нету? Да ладно. Есть. Чумнуха плюс голем. Чумнуха плюс голем. Ну, против чумной только один вариант, ребят. Это... Подожди. Это баллиста. Блин. А он же сейчас уничтожит. Ну, получилось как бы на равных, да? Как все это дорого стоит, а? Дай-ка я вот так сделаю. Баллиста. Выходи. Заберем это все. Угу. Так, давай тогда вызывать все подряд. Раз уж такая пляска пошла. А у нас сколько? Одна баллиста? Да, одна. Надо две вызывать, чтобы эффект закрепить. Дай-ка я вызову, наверное, клетку. Что-то клетка куда-то улетела, непонятно куда вообще, в какие
страны, в какие края. Но все равно победа здесь за нами, ребят. Все, распетрушили. Ну и энергия. Что у нас там по энергии? Давай глянем. Так, по энергии. Тут сухо. 0, 0, 0. Ну что, тогда будем на сегодня, друзья мои, закругляться. Но обязательно пройдем в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.